Продолжается эфир программы Gym Session. После очередного антракта мы снова, собственно, в прямом эфире. 46-90-41. Телефон нашей студии. Звоните к нам из любой точки коми. Будем вас услышать. Рады вас услышать. Буквально вот до рекламы у нас в составе коллектива прозвучала банджа в руках Александра Чуюрова. В свое время, наверное, одного из первых банджистов Республики Коми, если так можно сказать. Сейчас, наверное, гораздо больше людей, играющих на этом инструменте. Что-нибудь просим от маэстро в соло-варианте? Поскольку сейчас Новый год, Старый Новый год скоро, да? Встречается, да? Да, чуть-чуть переставим, так чтобы было удобно. Угу. Да. Старый Новый год, я очень... Кстати, я хочу объяснить, что это банджа, это у меня четырехструнная. Четырехструнная банджа – это диксилендовая банджа. Есть пятиструнная банджа, которая называется блюграсс. Это игра кантри и так далее. Есть еще шестиструнная банджа. Ну, это же повторяет гитару почти. Так. Просто я сейчас помнил, что когда-то мы играли в диксиленде вариант песни вот такой. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. И летной стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз мешком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз мешком укутывал, смотри, не замерзай. Отлично, отлично, типа... друзья. Вот такая вот елочка в джаз-стиле немножечко. Новым годом всех поздравляю. Хорошо, есть у нас телефонный звонок. Давайте послушаем телезрителя. Алло, добрый вечер. Сделайте телевизор потише, пожалуйста. Потому что у нас сейчас диссонанс будет. Ага. Небольшой такой, вот. Алло, здравствуйте. Супер, слышно, говорите. Алло, здравствуйте, это группа «Обычные люди». Рада слышать. Став, привет тебе огромное. И всем ребятам. Вот. Очень нравится вас слушать, и нам в акустике. Мы слушаем, отдыхаем вас, очень приятно вас слышать. С Новым годом. С Новым годом, да, ребят. Наступающим. Огромное привет от всех вас, ребят. Вот, у вас там много. Обязательно увидимся. Друзья, обязательно. Продолжайте заниматься тем же, чем занимаетесь. Мы слушаем. Супер. Знакомые голоса там слышны. Друзья, у вас тоже поздравляем с наступившим. Надеемся, что увидим вас. Спасибо. Друзья, спасибо за звонок. На самом деле приятно, когда поддерживают коллеги, да, ведь? Конечно. Коллеги зачастую самые суровые критики, наверное, так? Да. Ну что, давайте к чему-то более подготовленному так перейдем, к какой-нибудь вашей композиции совместной. Так, ну это я хочу небольшое предисловие ставить перед песней. У нас был друг замечательный, Алексей Индык. Хотелось бы его вспомнить, недавно у него была годовщина. Вот сейчас его с нами нету. Все, кто музыканты, его помнят, помянем, ребята. Хочу также вспомнить Володю Чуловского. Он работал у нас в Карткиросе, в нашем кинотеатре. Был замечательный человек, я, наверное, веселее человека не встречал. И эта песня, которая сейчас прозвучит, она посвящена им. Она называется «Песня другу». Домой.
пойдешь по дну. Тот же сад, где яблоки на земле лежат, тебя выйдет встретить мать и вся твоя родня. Это грустная красивая композиция от группы «Своя компания». Сейчас она прозвучала в эфире, песня для друга, для того друга, которого нет, к сожалению. Ну, в общем-то, друзья, жизнь постепенно продолжается. Давайте мы с вами тоже будем надеяться только на лучшее. Ну, перейдем к другой теме, поскольку все-таки блюз связан с импровизацией. Можем ли мы сейчас услышать некое такое импровизацию? Да, конечно, можно. Мы симпровизируем в тональности соль. Поехали. Просто без названия, просто соль. Потом будет перец, да. Сейчас после этой музыки хочется сказать, и следующий вопрос нам прислала Светлана из Костромы. Знатоки, внимание на экран. В общем-то, друзья, мне кажется, вместо волчка было бы неплохо. Наверное, у нас не так много времени осталось до конца эфира, поэтому у вас еще есть...
есть возможность дозвониться до нас, 46-90-41, сказать что-нибудь приятное, ну или, может быть, слегка покритиковать группу «Своя компания», которая вот так вот собралась однажды и продолжает, собственно, развиваться в своем музыкальном творчестве. Друзья, ближайшие какие-то планы вот на выступление у вас есть? Что-то планируется где-то? Ну, а? А вот в феврале у нас будет выступление в одном из городов клуба. Можно, да? Клуб назвать, да? Нет, клуб называть, ну, давайте вот. Не будем. В одном из... Ну, в принципе, следите за новостями ВКонтакте, в нашей группе. Все узнаете, в общем. Вот. Это будет ваше сольное или... В феврале, а? Ваше сольное выступление или будете с кем? Нет, там будет... большая компания какая-то. Да, мы даже будем играть... там несколько команд будет играть, в общем. Пока не знаю кто, но, наверное, одни и те же ребята. А с кем, кстати, вы играете вот вместе всего? Ваша большая своя компания, да. Какая? Мы сейчас недавно у байкеров выступали с виски-бар. Группа виски-бар, мы вместе там играли, веселились, в общем. Было очень здорово. Всем привет, кстати, Фанкару. Вот, всем ребятам привет, респект огромнейший. Было очень здорово. Вот, постоянно теплый прием, вкусный плов. Вкусное пенящее пиво. Вот. Спасибо. Ну что ж, друзья, собственно, на этих вкусных нотах давайте мы и закончим наш сегодняшний эфир. Ну, конечно, не на них, я имею в виду на словесных нотах, но то музыкальные мы сейчас услышим. Это был Jam Session, первый Jam Session в 2013 году. Надеюсь, не последний, мы с вами еще увидимся в следующую пятницу. Ну, а хочу напомнить, что поддерживает нас, вот здесь недалеко они сидят, компания «Юмак», за что им огромное спасибо. Ну и в заключение композиция от группы «Своя компания», которая сегодня была в нашем эфире. Слушаем можно вас. Можно я еще? Я хочу передать привет в Ухту. Толстый Емеля, привет, Толик Емельянов и Саша Лапшин. Огромнейший привет, я их долго не видел. Отлично, и слушаю вас. Итак, следующая композиция называется «Облом». Я тебя весь погряз в дела, я так устал. Давай с тобой отдохнем, устроим карнавал. Сыграй потом, спалкайся, садись. Я зажгу свечу свою тебе на бис. Но как ты не забыла наш рок-н-ролл? Тогда нам было весело и хорошо. Саша, не пел я песни для тебя. Мы были счастливы, как никогда ты задирала ноги. А видел все, это был наш рок-н-ролл, детка. Ты так просила еще. И с тобой мы танцевали до самого утра. Так хотела секса, но ты мне не дала. Словно загнанный зверь, я дышал тебе в лицо. Но ты не унимала, детка, а ты просила еще. Моя гитара, что планировал, не сбылось. Ты оторвалась, я обломался всерьез. И перед выходом улыбнувшись мне в лицо,
Ты сказала, милый, давай еще, давай, Сашок.